Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. О, Версачи. Чего? Ой-ой-ой, Рейзер. Ребята, это бриллиант. О, чувак, перстень. Вот это реально фартануло. О-о-о! Ребятушечки, всем здравствуйте, с вами расхититель помоечки. Я нашел тут целый почти мешок древесного наполнителя, но это вы увидите все позже. А вы не забывайте ставить лакосы этому шикарному контенту, который вы заслужили. Коля, мой напарничек, уже разрывает помойку в надежде поживиться. Так и я, поэтому нас это и объединяет. Всем приятного просмотра. Чё там, чувак? Где? Дай посмотрю. Дай гляну. Дай чуть-чуть гляну. Дай глянуть. Дай. Просто посмотрю. Ага. А тут ничего нет. Чеки. О, наклейки. Хочешь себе приклеить? Сделать тюнинг на мопед. Благодарность Ане Сахановой. Учебно-образовательский пресс-центр. Вот кому-то отблагодарили кого-то, а потом выкинули вот это. Смотрите, какой черный блокнот. И наклейки Apple я возьму. Охренеть, сколько тут блокнотов. Он полностью чистый, новый. Вот еще блокнот какой-то серенький. С конвертиком внутри. Обалдеть, тут блокнотный рай у меня. Одни блокноты. Вот еще блокнот вот такой вот. Но он исписанный уже. Его я брать не буду. Вот тетрадь какой-то. Нотебук. Видите, нотебук. О, магнитик Саха Якутия. Повесим сюда. Матрешка какая-то бабушка. Это пахучая, вот там вот пахнет, понюхай. Да, это для сна полезно, нюхать вот это перед сном. А вот это же самая популярная фотография в мире вроде была. Это победила эта фотография на какой-то фотовыставке. Ребят, кто шарит, вот кто фотограф? Я ее заберу, я ее повешу. Вот. Стив Маккарти, нерассказанная история. Вот это вот все. Тут какая-то роспись, открытие выставки какой-то. Короче, вот эту фоточку мне надо в гараж. Что вот это за платки, они маслом воняют? В чем прикол? Платки какие-то пропитанные маслом каким-то воняют. А палочки, вот вилочки, это все в гараж надо, потому что палочки нам пригодятся. Я буду этими палочками свою выхлопную трубу прочищать. Вот еще для шурупчиков болтичка в баночка. Мерная, кстати. Это вот заливать куда-то. Что-нибудь заливать. Откат. Откат, говорит, нам оплатить нам. Мы же это, ну, здесь миллионы зарабатываем, надо откаты нам платить. Я куртку нашел, вот она тут лежала, меня ждала. Куртка Оролей какой-то бренд, не знаю такого. Мы на зиму берем же куртки, да? Да, да. Тогда забираем, и зимой ее продадим. Сейчас не сезон, ее не купят, а зимой купят. О, скороходы быстрые. Слушай, Дим, это тебе надо одевать. Ты будешь, вот тут написано топ-мен. Будешь топ-меном. Вот, смотри. На барахолку, они жесткие. Да, они ушатанные, видишь, потертые. Но возьмут их на барахолку. Ну, давай, может, и реально продадим. Блин, а посмотри, они... Они прошитые внутри, смотри, вот тут. Слышь, посмотри, какие они толстые, твердые, вот не мягкие. Твердые. Пипец. Они, знаешь, из них что хорошо можно сделать? Мухобойку. Вот это вырезать, да. Палку прикрутить и муху так вот отбивать. Мыльно-рыльное какое-то повесили. Вот это что такое? Это духи? Слышь, это Клеопатра вот тут нарисована. Тут котят мы находили, вот вещички какие-то, чечевички. Давай, Дима, смотри, что там за вещи. Ой, стой, это платье? Чувак! Это платье топовое. Вот юбка. Вот это корсет. Вот сюда сисечки кладутся. Корсет вот на завязках. Не на зиму. Вот это топовая обувь. Ребьёки кожаные. Да. Смотрите, качество какое обалденное. Это оригинал, 42 размер. Это Коле можем подарить, потому что у него 42. Вот на барахолочку. На барахолочку. Вот это вот. А это я другу подарю, потому что у него 42 размер. Он будет счастлив вообще. Кожаный оригинальный ремень. Охренеть, он толстый такой и тяжелый.
Не зря мы сюда заехали, на эту кормилицу. А это что, он не увидел, что ли? Это же свитерок вот такой классический, Остин. Неплохой, кстати, целый. Это можно взять на зиму. Шарфик неплохой, темненький, в клетку. Это мне на зиму. Это еще какие-то джинсики. Чего там, чувак? Куда полез? Обалдеть, картридер, MP3-плеер Philips. Я, кстати, на мусор сел, у меня сейчас жопа промокает, я прям чувствую. Вот эта пробка, это на бутылке одевается, коктейли вот заливаются. А, ну я сел на шкурку арбуза, вот она, сочится. Ну, короче, вот что я у него отвоевал, MP3-плеер и вот эту крышечку. Футболочка какая-то. О, это с Додо Пиццы, ребят, футболка. Возьмем. Ой, крокодил там все вывез. Все, уезжаем. Надо на опережение, ребят, обогнать его надо. Обогнать надо. Помойки вывез. Да я уже понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие тут покрышечки интересные лежат. А тут какая-то одежда, вот. Чувак, Nike. Ну, им жопа, да. Платок классный. Вот этот платочек я себе заберу. О, ребята, вот это находочка, обалденная шапка на зиму. Зимой буду в такой ходить. Обалденная, кстати, рубашка неплохая. В клеточку такая стильная, вау. Я буду ее носить, ребят, она мне понравилась. Тут модные вещи, короче, модный приговор на помойке. Вот он, смотрите, модный приговор. Какие шортички. Это вот Ребёк, видите фирму? Ребёк Кроссфит. S размер. Это для спортика. Шортики обалденные, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это стиль. Ребята, Adidas. Вот это кайф. Вот это офигенная футболочка для меня. Вот это Adidas огромная такая, стильная. Я люблю просто Adidas. Опа. Прикинь, тут еще батарея от ноута и пульт какой-то Zuhil. Ух ты, нифига футболка. Слушай, прикольная. Лусингму Минт. Смотрите, с черепком вот таким. Тут шмотки стильные. Помойка, блин, модный приговор устроила мне. Картина какая-то. Смотрите, что написано. Если ты можешь представить, ты этого достичь можешь. Что-то, если представишь, что-то можешь достичь то, что представишь. Офигеть. Я это в гараж повешу. Офигенная картина. Ортопедические корсеты. Вау. Чувак, это дорого стоит. Это для выравнивания спины. Да. И вот это тоже. Моя девушка вот такие корсеты покупала по 800 или по 1000 рублей бэушные. То есть можно за 800 рублей вот этот продать, а этот за 1000. Это видно что-то дорогое. Вот тут принтер, кстати, стоит. Ну, мы их не берем, потому что их никто не покупает. Тут даже вон картриджа нет внутри. Опа. Чувак, обалденная. Rave All Tour. Rave All Tour, ребят, смотрите, куда полез. А, она вся в краске какой-то, это вот это. Чемоданчик неплохой, смотрите, ребятки. Аскорбиновую кислоту тут нашел. Вот это буду хавать я. О, ребята, вынос обалденный. Вот какой-то провод сетевой. Кстати, классный провод, он может мне пригодиться. Это что такое? Смелее, грызи гранит науки. Вот тут этот зубной камень. Ой-ой-ой. Это 43-й, это мне пойдет. Это оригинал. Кронштейны, обалдеть. Куда? Не лезь сюда. Обалдеть, кроссовки себе нашел, ребят, Фила. Это оригинал 43-й. Качество вообще обалдеть, это кайф. Это для помоечек нормальные. По помойкам ним бегать не буду. Подписчики набежали, вот один, вон второй. Обалдеть, тут ручка в коробочке прям. Новая. Нюхательный табак? Да. Чего? Я его уже занюхнул немного. Ребят, нюхательный табак. Гель для укладки бороды, смотрите. Гель после бритья. Зарядка для вейпа, лоджика. Ну тут кучка всяких наушничков, смотрите. USB проводки. Ой, тут зарядка от айфона. Аккумулятор, точнее, от айфона вообще целый. Обалдеть, сколько тут всего полезного.
О-о-о, рубчик, кэшбэк от помоечки. Вот это зажигалочка рабочая. Вот тут вот с кубиком Рубиком зажигалка, автогеночка. Вот еще зажигалка. И еще. Так, вот крикет рабочий. Вот еще обычная вот такая рабочая. И еще один крикет. И тоже рабочий. Нихера какие топовые. Ребят, я походу очки своей мечты нашел. Они вообще новые. Что за бренд вообще? Обалдеть. Ребят, реально топовые очки. Дима, ну померяй, глянем, как на тебе будут сидеть. Ой-ой-ой, ну ты вообще рэпер. Вообще классные. О, тут что-то есть. Чувак, ты это видишь? Пиццика, ребят. Неаппетитная, да. Но с грибами пахнет вроде норм. И зелень вроде не гнилая, вот сверху лежит. Я бы попробовал, но тут, видите, все в собачьей вот этой волосне. Вот она. Везде вот уже раскидана. Вот здесь волоски валяются. Опа! Ну что, посмотрим, куда? Куда? Я тут все это засмотрел уже. Вот она. О, лут вынос. О, часы. Слушай, неплохие санлайта. Женские санлайт часы. О, кошелечек. Это сюда, это кожаный. Офигеть, это кожаный. Офигеть. Ребят, офигеть. Вот, а чё? Еще. Вейп. А, я думал, это переходник. Вот это есть еще? Вот переходник. Ушки тебе, Дима. Ой, какой милый. Ой-ой-ой! Пацаны, обалдеть, новые! Я в шоке, реально. Смотрите, какие тучи жесткие. Ой-ой-ой! Колготочки! Стоп, стой! Драгоценные! Вот чулочки, все по 20 рублей. Обалдеть, колготочки, вот они. Ой, штанишки. Резервит. 34 размер. Здоровые. На продажу возьмем. Ребят, это вот это вот. Это пандочка. Костюм панды. Я его заберу. Я буду одевать. Ребят, сейчас дождь пойдет жесткий. Давай, Дима, быстрее. Костюм панды забирай. Обалдеть, ребят. Я понял, что это. Вы знаете, что это? Это для увеличения булок. Это как трусы одевается и увеличивает задницу женщинам. Представляете, ребят, что вас ждет? Какая матрешка, может, в клубе вы встретите? Вот такую вот. Придете к ней домой, она снимет себя. Вот такое, с груди там со всего снимет это и получится. Что происходит? Тут вообще капец, сборка подписчиков на помойке, ребятки. Это помойка одевает, вот, смотрите, всякие эти, о, платье, юбочка, о, юбочка классная, кстати, короткая такая, куртка вот топовая, блин, забираю, буду в ней ездить по помойкам. Я еще вам вот, смотрите, что не показал, у меня камера не снимала, мы в этой куче нашли вот такую вот толстовку Adidas огромную, вот она уже взлетает к небесам, вон, видите? Ребятки, что происходит, видите? Я уже не могу спокойно рыться по помойкам. Меня везде преследуют. Ребят, зацените, что мы нашли. Это свечечка вот такая. Видите, какая свечечка? Вот у нее тут хвостик есть. Смотрите, какая фигуристая свечечка. Прикольно. Но ее уже кто-то подпалил. Была бы целая, я бы забрал. Ой, какая свечечка. Ребятки, зацените, куда попал. В мир находок. И тут даже есть свет. Офигенно. Ой, помоечка сытная. О, здесь мусор, бытовые отходы. Но вот здесь зимняя какая-то куртка. Homever. Женская куртка. Я думал мужская, думал уже хотел порадоваться. Но тем не менее, она целая. Ее можно забрать на продажу. О, Versace. Чего? Ребят, Versace. Коробочка Versace. Духи тут были. О, опа. Дольче, Дольче Габбана. Ребят, там пару капель осталось. Обалдеть. Вот Дольче Габбана закончилась, купили Версачу себе. О, о, запшикало. Ммм, як пахне. Ой-ой-ой. Razer Hammer Hertz. Наушники тут были. О, ребята.
Ray-Ban? Да ладно. А если это оригинал? Ray-Ban оригинальный дорого стоит. Made in Italy написано. Вот тут на дужке Made in Italy написано. Ух ты, тут какой-то код есть на дужке. Ребят, возможно, это оригинал. Нифига, они такие, знаете, как у этих, у полицейских в Америке, Ray-Ban'ы. Тоже такие носят. А чё, мне нравится. Буду носить. Или в сюрприз-бокс положу. Подумаю. Вынос с хаты. Одежду я люблю залутывать. Одежда всегда продается. Вот, допустим, вот такой вот пиджачок. Only Love бренд. Я забираю. Такое купят. Вот, целый пакет вещей. Вот это, ребятки, тема. Это жакет. Женский жакет. Он вот здесь с желтыми пятнами, где карманы. Его не купят. Так, дальше смотрим. Какие-то штаны или что это? Вот это что? Мода 53. Это мода кому за 53, короче, я понял. О, о, ох! Футбольный клуб Кубань. А чё, возьму. Сейчас дело приближается к зиме, может и купят. Это женский такой свитерок. От бренда Imperio Armani. Вот это уже интересно. Вот это я забираю. Диски уже сразу лежат. Драки, столетия. Игротека в кармане. Игры какие-то компьютерные старые. Trail Sims Roundhouse. Обалдеть. Европа Универсалис. Аэропорт 2002. Да, ну и раритеты, конечно. О, цепочка какая-то. Да, это бижутерия. Подумал, мало ли, вдруг золото. Вынос хаты? Ну, небольшой вынос тут есть. Штанишки. Женские такие, прикольные. Чего? Чего? Ребят, вы это видите? Джо-Джо Армяне. Арик. По-любому. Made in Italy. Вот бирочка. Сам носить буду. Пусть и широкие, но смотрите, как мне. Нормально. Только вот тут, наверное, будет поджимать меня мой орган. Но это армяне. С помоечки оригинальные, обалдеть. Опа, какой-то камень. Ребята, это бриллиант. Обалдеть. Представляете, если это настоящий? Я буду просто миллиардером. Я заберу этот камень. Вдруг это бриллиант. Но он так неплохо сверкает, кстати. Вот свечу на него, он сверкает. Обалдеть. Нашел бриллиант в мусорке. Вот если настоящий, ребят, я обязательно засниму сторис в инстаграм. Ссылочка, вы знаете где, в описании, ребятушечки. Опа! Ох! Блин, очки целые, но чуть кривые. Не, это паль по-любому, с рынка. А, H&M. H&M бренд очков. И они шатаются. Поломались. По ресторанам, по ресторанам, влажные салфетки. Тебя найду и потеряю по ресторанам. Кентюрик с кнопочкой, ребятки, с кнопочкой кентюрик с ментосом. Вот слепоту вызывает вот курение. Не надо курить, ребятки. А тут полпачечки кентюричка заебумба. Это что, сережка в виде снежинки? Так, ищем пробу. Не, пробы нет, бижутерия. Но если вторую найду, заберу. Красивая сережка. Кулончик, смотрите какой. Акбарс. Кокетный клуб. А, хоккейный клуб. Акбарс. Опа, целая пачка, ребят. Вок, сишки. Инфаркт вызывают. Так они дорогие, ребят. О, чувак, перстень. Обалденный. Слышь, проба есть. А, да это шляпа какая-то, наверное, посеребряная. Но блестит офигенно. А ну померяй, на мизинчик одевай. Ух ты, слушай, козырный, ты вообще как рэпер. Коля рэпер. Коль, зачитай рэп. Ну кольцо смотрится офигенно, прям как 50 Cent. Есть цепочка. Вот такая, надо вам? Ой, пернул я случайно. Вот, смотри, сережка одна. Ой-ой-ой. А вот это уже с брюлечком. Это предложение делать. Но это бижутерка. Так, ребятки, смотрим еще кольца. Видели, конкурентка такая говорит, а есть там еще? Конечно, есть, но все для деда. Я делиться не буду. И он этот браслет какой-то отдал, шляпный. А вот и снежинка вторая. Ребят, обалдеть, тут сколько всего. Бижутерка вот. Это кулон на шею такой. А что, красивый, согласитесь? Ооо. Это что такое? Это на шею. Но это бижутерия. Но все равно, я это все собираю, ребят. Это покупают. Тут и золото можно найти, на самом деле. Вот еще сережка. Но это бижутерия. Вот у меня уже комплект, ребятки.
О, колечко. О, с пробой. Ребят, с пробой. Серебро. Ребятки, тут проба в виде бочки. В виде бочки тут проба. Это серебро. Вот это я сразу откладываю. Опа. Ребят, какой дизайнерский светильник. Вы посмотрите. Это на стену вешается. Вот такой маленький. Регулировать можно его. Это дизайнерский. Беру. Вот второй. Ребят, комплект. Вот блок питания. Смотрите. Блок питания. Блок питания, насколько он? Источник питания, 12 ватт, там это, я не понимаю, что там написано, но блок питания, короче. О, обалдеть, тут датчик пожарный, просто вот видели, в шкарлупке от картошки достал. Автономный датчик питания, он пищит, если пожар срабатывает, это если горит кто-то. Мы не курим. Убери с проезда. А, те, которые я находил? Сейчас. Да мы в помойках роемся, ищем что-нибудь. Я понял, понял. Да нет, я тебе не сюда. Я покурить, ладно? Ага. А, ну ладно, окей. Это не горит, короче. Да, не горит. А? У меня если есть еще. Нет, там еще зажигал клиент. Чего, ты подойди, пацан, по голове. Да, да. Ну мы сейчас заняты. Я знаю, что работаю. Я не гоню. Садись сюда. Не, мы сейчас это поедем дальше-то по помойкам. Ладно, поехали мы дальше. Удачи. Езжайте, мальчишки. Ой, блядь. Хорошего факта. Спасибо. Надеюсь, найдем что-то классное. Мы вот эти сигареты нашли в помойке сейчас. Не гоняй по помойкам. Найди себе жалко. Найди жену, короче, и все. А брата оставь. Ну, брат сам выживет. Ты выживешь? Братишка, садись, нахуй, я тебе помогу, нахуй. Садись. А чем поможешь-то мне? Мне только в жизни помогут деньги, вот так вот. Ну, какие деньги, нахуй? Давай сначала не с денег начинать. Сначала с дружбы, нахуй. Чего, нахуй? Я здесь живу, нахуй, рядом, нахуй. Давай продашь мою машину, нахуй, Анатолька. Мою машину продашь, нахуй. Ну, как я продам, я же не дилер никакой, ничего. Ну так, блин, запросто. Только не эту, короче, вторую. Что за машина? Пежо, нахуй. Вон там стоит, короче. Поехали, все. Смотри, чтобы я нормально припарковался, нахуй, Анатолька. Ну давай поможем. Вот. Ну, можно и так, в принципе. И вот. Так нормально. И так сойдет. Да, уже хорошо. Ты хоть снимал это, бля? Ой-ой-ой! Ребята, он просто огромный. Из помойки он весит килограмм, наверное, 5. Если не больше. И выкинули его вот из-за вот этого. Где-то он коцнулся. Но он вот здесь вообще слегка мягкий в этом месте, и все. То есть, по идее, вот это место вырезается, а тут он везде твердый, ребят. Топовый арбузец. Огромный арбузец. Вы просто вот, Колян, возьми в руки. Ребят, вот, чтобы вы понимали, насколько он большой. С помоечки, ребятки, я его забираю. Вот тоже сытная кормилица. Вот, смотрите, сразу куртка лежит. Вся разорванная и обоссанная, наверное. Обалдеть, что это такое? А как это работает? А это что за щипчики? Ребят, это что вообще такое? У него лампочка в носу какая-то. Я не знаю, что это такое. Возможно, кто-то из вас знает, что это, но я не понимаю. О, my wearable, какой стол? А стол-то неплохой, можно разложить и на нем такой пир устроить. С едой, с помоечки. Ого, я ногу нашел. Я нашел ногу. Пацаны, нужна нога? Это нога и попки. Ой, хочу бананчики. Обалдеть, Димон, спасибо. Как ты так их заметил? Как кайфово сейчас будет. Ой, да. Ой, вот конкуренты уже к нам. Oh my god, it's... Куда полез? Куда полез? Я тоже хочу залезть. Я тоже. Давай на Цуефа, кто залезет. Цуефа. Лезь. Айкос тут был. О, от 11-го айфона. О, прикинь, Дима, здесь палочки для чистки Айкоса.
Вот они пригодятся, смотрите, сколько новых. Ну и все, больше ничего нет. Чё там? Ой-ой-ой! Какая бейби! Бейба, смотрите, какая прикольная, целая вообще. Ее можно будет продать. Красотки в минимальных платьях раскают глядом, как металлоискателям. А вот это свитер для тех, кто работает в метрополитене. Кстати, смотрите, он с биркой. Свитер джемпер мужской. Для сотрудников учреждений органов УИС. Ну, видимо, ну вот кто работает в метрополитене, вот такие носят. Я такое видел. Кстати, ее получится продать, ну, рублей, может, за 300. Обалдеть, что Димон нашел. Это пульт от сценария света сделать. Сценарий света, вот картины всякие. Ага. Вот, ну да, вот сцены. Stack Pro Lighting. Вот это регулируется. Обалдеть. Это Димон мне сейчас позвонил, говорит, приезжайте быстрее, тут на помойке вынос с хаты. Смотрите, какой пультик вот этот, блин, целый вообще. Даже с блоком питания. Ну, в общем, кроме этого пульта, термопота, ну термопот зарыганный, блин, ничего ценного нет. Ну пойдет на барахолку, да. Вот, кстати, удлинитель новый вообще. Это в гараж нам пригодится. Где хавчик? Сколько вкусняшек. Это же... Блин, блинчики. Дата изготовления 20 число. Сегодня какое число? 28. Ой, на 8 дней просрок это много. Сырнички вот это, творог 9%. Блин, так охота поесть, но боюсь. А вот смотрите, кексик из KFC, вот это интересно. Уже в гараже поем. И вот какой-то медовик, наверное, тортичек, медовичок. 12.08 сделано. Срок годности 10 суток, то есть до 22 числа. Он просроченный, блин. Опа, смотрите, что тут спряталось. Патрон для лампочки, но он не нужен. А вот этот светильничек на продажу можно взять. Он даже с лампочкой. Хотя, кто не рискует, тот и не пьет шампанского, правильно, в ребятушечки. Поэтому самое вкусненькое я возьму. Вот эти сырнички, вот это я все блины, вот если они с мясом брать не буду, блинчики с мясом, вот с мясом брать не буду. Так, а обычные сладенькие я возьму, блинчики пшеничные с клубничным вареньем. Ну, тут, что тут, варенье пропадет, что ли? Да ничего не будет. Я привезу это все в гараж, там похаваю. Ого, сколько тут сока. Слышь, возьмем, может, сок? До 19.07.22. Да нет, там, наверное, мочи. Да нет, обычный сок там. Ребят, к этим сырничкам еще и сачок нашел. Обалденно. Ой-ой-ой. Тортик. Дата изготовления 16.08. Я думаю, вкусный. Плесени нету? Да нету. Не прячь личико, Димочка. Че ты стесняешься? Я не стесняюсь. Какой он. Аппетитный этот мальчик. Ой, сколько всего. Я уже вижу, чем поживиться, ребятки. Там кеды. О, не конверсы. Ну, были бы конверсы, взял бы. О май гверебл, чувак. Это рыба. Пацаны, это рыба. Она дорогая. А что ей будет-то? Я домой приду, пожарю. Будешь, Дим, приглашаю тебя на рыбку. Настя наготовит. Будем рыбку? Живая? Живая, конечно. Сейчас оживим. Я ее на сковородку закину, так она сразу оживится. Ребятки, два куска форели. Смотрите, она дорогая, капец. Ой, пломбир. Есть он там? Да. Oh my wearable. Это очень вкусно. Оленина для пива, ребятки! Оленина! Я такого не ел еще! Оленина! А это что? Юкола из оленины, ребята, оленина. Обалдеть, я ни разу в жизни не ел оленину. Помойка дарит то, что я ни разу в жизни не пробовал. Чуть-чуть колбаски, но это ладно. Вот, вот, аппетитные помидорчики, даже почти не вялые. Вот это я забираю, салатик нарежу, сделаю. Ой, ой, ой-ой-ой. Вынос с хаты, ребята. О, салфетки. Вот это чемоданчик. А, я думал для инструмента, для игрушек, походу. Карта Тинькофф, обалдеть. Она даже не просрочена, ребят. Мы сейчас, пока все грузили, столкнулись с такой проблемой. Нямсы там могут наши запачкаться, потому что класть их некуда. А рыбка вот открытая, как бы. Ее надо чем-то завернуть. Я в помойке вот нашел вот такой вот пакет. И сверху вот так вот картоночкой тоже прикрою, чтобы это все не засыпало этим песком всяким, пока ехать будем, выхлопными газами.
Дима, что с тобой? А? Смотрю. О, что-то есть, кстати. Ага. Вот, смотрите, как он смотрел. Вы видели? Вы видели, какой он был нацеленный на успех? Но весь успех-то у меня. Спешить в этом деле не надо, ребятки. Опять? Причем шматье. Что за шмотки? Дай глянуть. Что за шубка? Array Excellent. Это Лухари шубка. Это на продажу. Нифига она стильная. Какие-то бутылочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Очки, ты че? Вот я буду вот с этими ездить. Топовые очки вообще крутые. Они не женские, нифига. Нет, не женские. Нормальные. Это унисекс. Знаешь такое слово? Унисекс. Ну, будь толерантней, Димочка, будь толерантней. Вот это что такое? Ой-ой-ой, какой стиль, вот. Обалденные очки, ребят. Обалденные, Ray-Ban, вот эти топовые. Охренеть, тут новые очки. Охренеть. Новые, вот эти модные. Обалденные, модные очки. Вот эти все, они, это стиль. Вот даже чехлы есть. Раз чехол, и тут еще один я видел. Два чехла уже есть для очков. Порезался. Сырнички, ребятки, нас так радуют сейчас. И еду покупать не пришлось. Помоечка кормит, ребятушечки, да. Вкусно? Вкусно. А тебе? Очень вкусно, когда на халяву. Мау. Да, мау. Я ебумба. О, yes, baby, yes. Дима, чё? Руки когда будешь мыть? Да я мыл, просто мазут не отмывается от движка. А ногти подстричь. Сначала... Все закончилось, все самое вкусное уже съели. Тогда я вот этот вот блинчик съем в честь кишечной палочки. Но это все просрочено дней на 8. Но ничего страшного. Ребят, вы сейчас просто охренеете. Жаль, что я это не снимал. Сейчас мы начали перебирать вещи, достали вот эту зимнюю куртку и нашли в кармане оригинальные AirPods, ребят. Просто капец. Оригинальные. У меня точно такие же. И покупал я их 1000 за 15. А тут просто вот в куртке были, ребят. Офигеть. Даже с чехлом. Тупо Арик, ребят. Я в шоке. Даже вот по весу чувствуется. Просто вот люди бывают, забывают что-то доставать. И так можно и деньги найти. Или еще что-нибудь. Что ты будешь с ними делать, вот расскажи. Заряжу, если все работает, буду пользоваться. Просто как основные свои наушники использовать. Правильно, потому что нет нормальных наушников. Все, сейчас будем проверять эти наушники и через беспроводную зарядку их еще проверим. Вот беспроводная зарядка. Сейчас мы узнаем, если это вторая версия, то они будут заряжаться от беспроводной зарядки. Вот. О, заряжаются, ребят, работают. Так, сейчас надо проверить на беспроводной. Ну что, ребят, момент истины. О май щит. Это, ребят, вторая версия AirPods'ов, не первая, а вторая. Новые такие 1016 стоят, а бэушные в районе 7-8 тысяч. Ого, какой светильник. На магнитах не работает. Ну, в принципе, когда-то он работал. Орехи грецкие. Ой-ой-ой, чувак, это грецкие. Даже червячков нет там. О, так это для бутылки. Для велосипеда вроде бы. Ох, нифига. Копилка в виде мышки. Прикольная. Слушайте, вот это я возьму. Ого! Чувак! Зацени. Ого. Я в шоке. Это же Meizu, нет? Это Huawei. Обалдеть. Целый, кстати. Экран вроде целый, но весь в царапинах. Задней крышки нет. Две камеры, ребят. Обалденно то, что две камеры есть. Металлический, может даже включиться. Сейчас пытаюсь включить. Вот тут, наверное, сканер отпечатка пальца. Я не знаю, какая это модель. Тут все заклеено, имей вот есть. И все, модель телефона не написана. Но он под ржавый слегка. Может, он вообще в воде плавал. Мне кажется, это телефон какого-то школьника. Но взрослый человек не стал бы с битой крышкой ходить вот так вот, прикрыв ее в чехол. Но это ж понятно, что телефон долго не прослужит. Короче, у меня есть с собой пауэрбанк. Я сейчас попытаюсь его включить. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. О, лазер. Лазер-то рабочий. Опа. Толстовочка или свитерок, что это такое? Да, кстати, толстовка. Dance off. Это Майнкрафт, ребята. Вот он, Майнкрафт. А.
Да ну нахер! Венс, сумка. Сумка Венс. Венс узывал. Ребята, обалдеть. А чё она вот тут вырезанный какой-то квадрат? Вот смотрите, разваливается вся. Амолавита какая-то. Что это такое? Омолаживающий рюкзак Аламавита. Ну его можно взять на рынок на продажу. Он, кстати, как будто кожаный. Ой, чё за бренды? Глория джинс. Ну чё, норм. Глория джинс. Это можно взять. Клатчик такой маленький. Может кто купит? Он Штребух. Вон он. Я? Да, ты Штребух? Да. Ну, ну. А я видео, что ли? А? Ты, я видео? Да, я снимаю. Чё, реально? Это Штребух. Чё? А? Похож, нет? В смысле? Чё, реально? Я похож на Штребуха? Да. Чё, похож? Нет, чё, реально ты Штребух? А это кто? Это твой помощник. А как его зовут? Коля, что ли? Я не помню. Штребух, а можно мне, по-моему, сфоткаться с тобой? Сфоткаться? Да, вот, вам фоткайтесь. Вам помочь? Хочешь обалдеть? Вон что Штребух нашел. Ничего себе! Я сам в шоке. Вон такой. Зачем? Ну, экран целый, но тут крышки нет просто. Ну, вообще, да вообще можно починить. Это Штребух. Вот он. Его помощник. Да. Это реальный. Это реальный Гэнс тащит. Это реальный Гэнс тащит. Мотоциклы, да. Давайте, ребятки, этот телефон проверим. Подключаю, но он не загорается. Может, надо подольше его подержать? Не, видимо, он дохлый, ребят, телефон этот. Скорее всего, он сломался. Ну да, ломался после того, как с ним походили вот так без крышки. Поэтому его и выкинули. А нет! Ребят, загорелся. Обалдеть, он работает. Все, пусть постоит, позаряжается. Я, по-моему, включу уже видео, когда это... Да ладно, я шучу, я Штребух, я... О, нифига, он включился. Сейчас я это должен заснять. Powered by Android. Это Xiaomi, короче. Так пусть твой друг нас фоткает. Позови его. Завибрировал. Обалдеть, сенсор работает. Сбросить нифиг делать. Сбросить получится? Сбросить. Ну не сейчас, время это ж компьютер надо. Нет. Обалдеть, может 4.0? Нет, устройство заблокировано, повторите через 30 секунд. Ладно, я не буду тут ничего не нажимать. Его надо сбрасывать через компьютер. Но он работает, ребят, сенсор работает. Вот только какая модель этого телефона, я нифига не понял. Поэтому, ребят, у кого есть такой же, напишите, что за модель этого телефона. Это вроде бы какой-то Xiaomi. Но я думаю, продать его получится 1000 за 2, за 2.5 вообще, может даже за 3000. Ух, вот это прикольная тема. Это футбол, только его чуть починить надо. Вот это прикольная штучка. В гараж я бы забрал, играл бы на нем. Только он, блин, поломанный слегка. Ну, оставлю конкурентам. Шлем единорога это. О, ребятки, горящий шлем единорога. О, это этот, тест-глюкометр. Ну, он вроде не включается. Ну, а, вот, сбоку. Кажется, новые тут. А, ну, может и новые. Вот, пытаюсь включить. Акучек Перформа. Такой, блин, дорого стоит, кстати. Да. Забирай его, продать можно. И вот всякие провода сетевые. Я посмотрел, может, еще что найдешь. Ой, там градусники битые, чувак, аккуратно. Не, все, закрывай нафиг. Тут бы видно было сразу, оно сверху лежало. Вот, смотрите, ребятки, прямо сейчас захожу в телеграм-канал по блату и ищу промокод на KFC. Ведь я очень люблю оттуда крылышки остренькие кушать. Вот оно, вот оно. Только до конца августа получаем скидку 30% на любой заказ через приложение KFC. И вот он, ребятки, промокодик. Все по ссылочке в описании. Залетайте, а я погнал хавать. Опа, о-о! Да ну нахер. Ребят, да ну нахер. Чувак, ты это видишь? Вот это реально фартануло. Давайте смотреть, тут ноутбук. Обалдеть, там даже мышки есть. Охренеть, ребята! Lenovo. На 10-й Windows. А не, на 8-й. Это современный ноут, ребята. HDMI, охренеть. Он целый. А, я знаю такой. Ребят, он целый. Пытаюсь включить. Lenovo G40. Тонкий дизайн. Клавиатура. USB 3.0. Dolby Digital Plus звук. Intel Inside какой-то. Dolby Vision вот этот звук. Монитор можно внешний подключить. Обалдеть. Он вообще целенький, как новый, ребят. Только он не включается. Наверное, или батарея сдохшая, или, ну, может, он вообще не работает, как бы. Поэтому и выкинули. Смотрите, тут болта нет. Наверное, из-за этого выкинули, потому что он не
работает. Наверное, его разбирали, если болта нет. Видите? Если болта нет, значит разбирали. Зарядка, кстати, есть, ребята. Я в шоке. Реально кайф. Вот это помоечка. Logitech, вот такая мышь какая-то разноцветная. Первый раз такую вижу. Наверное, удобная. Вот вторая есть. Defender. Вот такой ноут, я думаю, будет новый. Стоит 1015. Бушный. Вообще улетит 1008, если не больше. Обалдеть, ребят. Короче, я сейчас домой скоро поеду и проверю его. И там включусь и покажу вам, работает он или нет. Потому что это топовая находка. И такие я буду проверять. Ты что, телефон нашел? Охренеть. А, ну он битый. Ну слушайте, не прикольно вообще. Asus Zenfone какой-то. Охренеть, он даже включился. Asus Powered by Android. Тесно, он будет вообще работать? Вот у него разбит экран вообще в хлам, посмотрите. Это бюджетный, короче, телефон. Мы сегодня покруче нашли на помойке, чем вот это. Но все равно прикольно. Самое интересное, что он работает. Не включается, короче. Загружается и тухнет. А, мы ищем находки в помойках. Вот прям сейчас. И показываем, что находим. Вот сейчас нашли телефон вот такой. Он, кстати, даже работает. У меня канал на ютубе про находки в помойке, да. Смотрите, какие-то цепочки, кулоны, браслеты или что это? Ребят, серебро. Вот это серебро. Кулон со скорпионом каким-то серебряный. Да ладно, там две пробы вообще на нем. Ребят, на нем две пробы. И, возможно, вот эти камни вообще бриллианты. Желтое колечко с камнями. А, оно поломано, видите? Кстати, вот две пробы есть. Две пробы есть. Обалдеть, вот это вообще на золото похоже. Вот еще кольцо. Тоже с двумя пробами, ребят. А это точно серебро, но вот эти камни могут быть бриллиантами. Короче, я в ломбард пойду. Короче, братва, сейчас я пойду домой, проверю этот ноутбук, возьму свой паспорт, потому что в ломбарде без паспорта это не сдать. Серебро, вот это золото. И пойду в ломбард, и мы узнаем, это вообще золото или нет. Потому что я как-то раз находил золотую цепочку, но она оказалась не золотой, а типа золото какое-то цыганское, что-то такое. А тут, о, это же наполнитель кошачий. Обалдеть, так он не вонючий. Это кошачий или собачачий? Да, кошачий. Деревесный заполнитель. Это древесный наполнитель. Пол мешка просто хорошего, не засранного. Забираю домой кошечки моей. Вот я и дома, ребятушечки. Так, давайте быстренько проверим. Надеюсь, он работает. Что ноутбук вообще топовый. Реально балдежный. Вообще как новый, блин, состояние у него офигенное. Напоминаю, что модель ноутбука Lenovo G40. Так, зарядочка вот. О, индикация веб-камеры засветилась. Да. Да ну нахер. Че, серьезно? Рабочий ноут выкинули в помойку. Ну, кстати, я не первый раз нахожу на рабочие ноуты, но я имею в виду рабочий современный ноут. Он современный. Я обычно одно старье нахожу. А тут реально современный ноут на 8 Windows. Да, загружается он, конечно, долго. И он включаться не хочет. Bot Option меню. С него как будто сняли этот, жесткий диск. Да, 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 сняли жесткий диск с него. Поэтому Windows не запускает он. Так, пока ноутбук раздупляется, может он все-таки запустится, я найду свой паспорт и сейчас пойду в ломбард. Вот мой паспорт. Видите? Ну, в общем, нет в нем жесткого диска. Но ноутбук рабочий, ребятки. Просто сказочка. Здрасте. Так, золото и что-то еще. Вы же скупаете? Так и сколько выходит? 3-400. Угу. Да я в помойке все нашел. Серьезно. Все в одном пакете. А вы знаете, я как-то раз дело имел, по канализации чистить, знаете, там сколько золота? Угу. Кучу я покупал по килограмму. Угу. Ну все, бабос мне перекинули. В общем, за золото вышло 3400 рублей. В целом неплохо. Сейчас как раз пойдем хавать за эти бабки. Помойка озолотяет и дарит деньги. Спасибо, ребятки, что посмотрели. Не забывайте про ссылочку на телеграм-канал по блату, где вы найдете огромное количество всяких промокодиков на скидочку. Вот как и я. Взял промокод на скидочку в KFC 30%, ну и смог себе позволить вот эти крыльца остренькие, мои любимые. Поэтому всем пока.